Привет, друзья! Привет, мои хорошие! Приглашаем вас прогуляться по набережной города Ростова. Так, мы начинаем. Что это за улица? Это улица Семашко. Семашко и угол Донской. Помчали. День выпускников, друзья. 25 июня, да, выпускной. И поэтому вот запретили в кафе, да, выпускникам сидеть. И получается, они бухают, простите, подворотни. Мне кажется, еще хуже. Алкоголь не продают, что они там купят, да? Какую-то гадость реальную. Сивуху какую-нибудь. Да. И поэтому бедные выпускники. Ужас. Ну, лучше пусть им не продают. Так. Мне кажется, что моя жена сейчас просто камеру съест. Я ее съем. Все видео, то, что мы делаем, они получаются, что ее плохо слышно, поэтому... Не кричи, пожалуйста. Ты уже рядом. Микрофон. Так. Ты в таком режиме, что ты отсюда готова снимать. О, ребята уже на покушать заработали. Сергей Шатунов. О, Лен, какая красивая там картина. Ален, Лена. Ух ты. Ну что, идем, Аленка, дальше? Пойдем, пойдем, дорогой муж. Да. Ну классно, здесь зоны пооткрывались локационные. Да. Ну что, запоры итальяна. Ну было, да, было. Было, но я имею в виду лично. Оно как-то больше стало, у него появился второй этаж. Второй этаж, по-моему, был. По-моему, был. А, я что-то не помню. Мне казалось, оно маленьким таким. Ростовский променад, да, ты называешь? Да, да, да. Зона променада. Зона променада. Вот, друзья, такая точка. Место подзарядки. Да, место подзарядки. 21 век. Я люблю Ростов. Зарядись. Ростов заряжает. Классно. А вы там вот видите? Я думаю, она везде тут. Да, и вот тоже розетка. Да. А вон там есть зарядка, не везде. Ну, это рис. Прикольно то, что место подзарядки, но если ты не взял вилку, ты не зарядишь. Указатели прикольно сделали. Вот тоже, да, местина, Алена? Да. Прикольно. Кайф, прикольная свистулька. Кофе на бегу, кофейня, да, называется? Тебя не будет слышно там, то ты в камеру, то нет. Ну как мне, залезть на тебя? Нет, ближе подойти к камере. Хорошо, милый. Ты. Я бы сказала, что это даже и кальянная,
и выпивательная, и кофе на бегу тоже. Кальянная, выпивальная. Выпивальная, да, кофейня. Ну, сделали классно. Ну, тут красиво, да. Вообще. Ладно, идем дальше. Ну, вот здесь тоже дали, он сделали зоны, такие для посиделок. Да, да, здесь 7 days, да. 7 days. Кто в него вообще ходит? Друзья, если вы ходите... Ну, на данный Subway, момент... Subway это. А, Subway, да. Если вы ходите в Subway, напишите. Ну, на данный момент там сидели одни выпускники. И все. Кайфарили. Да, ну вообще там травануться можно. Насколько мы знаем, да? Да, да. Причал 22, друзья. 25. А, 25. Ой-ой-ой. Как там ярко все. Это экран. Да. Днем он лучше, вода голубая. Да. Я думала, он ночью будет подсвечиваться. Ну, он как-то тухло подсвечивается. Да. О, всем известная буква. Зора? Что это? Вот прикинь, так человек, да, проспал там 100 лет, проснулся и думает, что это, Зора? Что это такое? Нет, это за наших. Да. Западный фронт. Да. Ну иди, Стань, мы посмотрим, как смотрится. Чтоб люди, если понравится, приходили, фоткались. Шикарно. Кадр прямо очень красиво, вот это тоже. А вот он причал 21. 21, да. Да, как ты говоришь. Не, я говорил 22. Да, 22. Да, выпускников много, друзья. Ну что, друзья, вечер выпускного подошел к концу, к завершению, вот такой вот салют. Или фейерверк. Фейерверк. Ну вот, друзья, конец выпускного, 25 июня, и вот такой вот салют, фейерверк. Ну, фейерверком его не назовете, но маленький салют. Ну что ж, друзья, это была ночная набережная. Это была ночная набережная на выпускной. Это выпускной. Смотрите нас, ставьте лайки, пишите комменты. Помогайте нашему каналу. Мы любим вас. Пока-пока. Пока, друзья.